digestive complex that's split into parts in the main course and subordinate course. Thank you. Смотри. Subordinate. Ты не читаешь. Если бы это repeat, nate. Но subordinate и уходит, там на е перевернутую, уходит. Понимаешь? Такой. Repeat. Subordinate. Repeat. Okay. Потому что не подпадает под что? Под ударение. Repeat. Subordinate. Теперь перевод того, что ты написала. Сложное прочитанное предложение состоит из двух частей, главного и почему. Предаточного. Еще раз, Алис, еще прошу тебя, по-русски давай. Предаточное предложение, сложно сочинить. Good. Предложение состоит из двух частей, главной части и... Ну, главного предложения. И вот это предложение называется, repeat, complex sentence. Complex sentence. А части его называются по-разному. Как части называются? Main что? Close. И? Subordinate clause. Потому что в русском мы говорим сложно подчиненное предложение состоит из двух предложений. Главного предложения и предаточного предложения. А здесь слово sentence меняется на какое слово? Разобрались. Ну, окей. Это мы сказали. И в нашем случае subordinate clause. I will call you if I have time. Where? If I have time. Ну, будешь соединять. Или if I have time, подчеркни, сверху еще раз напиши. Subordinate clause. Если есть у тебя if I have time, это предаточное.